Так, замена трубки Гура гидроусилителя руля на Hyundai Accent тагазовском. Вот здесь они отжимаются, вот эти железочки, просто плоскогубчиками. Вы их при этого и самого эти вот эти железочки просто вот так сжимаете и снимаются. Трубочки снимаются относительно легко, вот там вторая. Здесь она больше крепится, только вот здесь за металлическую черную. Вот эта фигня, она на зажимах. Когда вы будете снимать, ее желательно раз вот здесь раскрутили, потом ее разжали, все одно она у вас течет, можете не стесняться. И потом уже вытаскиваете вот в эту сторону, сюда. Потому что я не снял вот эту железочку, и я очень долго промучился, оно не выходило. А после того, как снял железочку, все хорошо вышло. Вот, жидкость осталась, мне даже налило на это. Сейчас трубочку установил, жидкость залил, прокачал, порулил немножко, и ничего там сильно сложного нет. Все работает, все замечательно.